Я очень люблю подснежники. Я их никогда не видела. Завтра у меня прием, и я хочу, чтобы у меня на столе были эти подснежники. Я издам новый закон природы. А в наших королевских лесах распускаются весенние цветы. Посему всемилостивейше повелеваем доставить во дворец корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски. Мы дадим ему столько золота, сколько вместится в его корзину. Ну, в эту. Тут ж на дом каменный хватит. И на коня с уздечкой, и на барашка с овечкой. А в эту сколько? Ну уж, тут же говорить нечего. На золоте пить есть будешь. В золото оденешься, в золото обуешься и золотом уши завесишь. Вот я эту корзину и возьму. Может, они под сугробами растут себе потихоньку. А то они подснежники. Вот засада, где эти подснежники найду? Блин. Ого, что это там? Класс! Подснежники красные. Ну вот нафиг эти золото, бриллианты, богатство, принцессы, дворцы. Наше самое богатство – это наши девушки, женщины, дамы. Поздравляю вас с весенним праздником. Желаю счастья, здоровья и всего-всего-всего, что вы себе пожелаете. С праздником!